Привет, друзья! Вот такой вот прекрасный вид сверху сегодня, значит, 3 октября 2023 года, и погода в Баку просто замечательная, 24 градуса, очень приятная погода. На данный момент проспект вот такой вот свободный, очень приятно ездить, смотреть, передвигаться. В общем, очень красиво, так неплохо. Город очень красивый сверху. Эта часть, особенно когда днем, вообще просто приятно. Хоть таймлапс вот так снимай, на дорогу смотри. Очень красиво и приятно наблюдать за городом, особенно в такую жаркую солнечную погоду. Сейчас попытаемся пройти и заснять ту сторону, другую сторону. Отсюда тоже, в принципе, вид вот такой красивый. Можно даже вот встать, поснимать мосты, развилочки разные. Город издалека вот так красиво очень выглядит. Особенно, когда яркая солнечная погода. Здесь вот такой вот парк находится. Тоже очень красивый. В той стороне находится бульвар наш. Здесь вид вообще шикарный с этой стороны. Можно постоянно наблюдать за ним. Очень красивый вид. Вот на ту сторону. Приятно просто наблюдать, когда хорошая погода, четкая. Здания такие яркие, все такое яркое, приятное, прекрасное. Наш прекрасный город Баку. Продолжаем нашу съемку. Сняли эту часть. Ну, тоже такая приятная погодка. Приятный обзор, так скажем, этой части города. Впереди находится у нас бульвар. Здесь у нас дорога. Улица Юсифа Сафарова, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот этот парк называется Парк Влюбленных. Сердечко такое. Ну, вот здесь такая вот красота. Когда солнце светит, вообще город красивый при ярком солнце, но когда не жарко, да, относительно приятная погода. И ночью еще особенно красиво, когда все светится, вот эта серость не видно. Ну и дороги. Дороги — это, как всегда, отдельная тема. Ну, как в больших городах, всегда пробки. Всегда заторы, всегда все куда-то торопятся. Ну и здесь то же самое. Баку как бы не обделен этим. Очень красиво, приятно. Может быть, кто-то узнал, кто здесь жил, эти части. Вся вот эта вот дневная рутина постоянная.